Добрый день, дорогие друзья! Приближается прекрасный, добрый праздник, Международный день семьи. Сегодня на нашем мастер-классе я покажу и расскажу, как в домашних условиях своими руками сделать подарок – куколку добрых вестей. Ее называют куколка-колокольчик, которая принесет в ваш дом радость, веселье и хорошее настроение. Вот такая куколка, так она выглядит. Она состоит из трех юбочек. Вот как круги на воде, так вот и такие вот кружки на нашей юбке у куколки. Вот три кружка. Один поменьше, второй поменьше, третий. Еще нам потребуется лоскуток белой ткани. Вот такого размера приблизительно. Косыночка. И еще потребуется на ожерелье какой-то, можно из ткани, можно из какую-то повязочку сделать на ожерелье. Вот маленькая куколка. Такая побольше. А на этой кукле здесь уже пришиты кружева. Можно пришивать, можно не пришивать. И у нее колокольчик. Здесь под юбочкой внизу. Можно сделать круги, вырезать из чего-то. Сначала на картоне, ввести какую-то тарелочку, чашечку. Вот приблизительно такого размера. Ну, она у нас размеры вот этих кругов. Вот этот 17 сантиметров. 14 сантиметров и 12 сантиметров. Можно делать совершенно различные, поменьше, побольше, можно еще побольше. Так, и что нам еще потребуется? Ножницы на всякий случай, колокольчик, нитки и какой-то наполнитель синтепон. Сейчас мы начнем делать куколку. Для этого начинаем с большого круга. Нам нужно определить середину. Сгибаем пополам и проводим на катку, отмечаем, где у нас серединка, и еще с другой стороны. Вот у нас здесь наметился вот такой вот крестик. И на всех трех сделаем так же. Сгибаем пополам, потом еще другую сторону. Здесь тоже у нас наметился такой вот крестик на третьем круге. Так, возьмем какой-то наполнитель. Вот у меня в данный момент синтепон. Я его скручиваю. И вкладываю в большой, в серединку большого. Вот где этот крестик, в этом месте. И делаем голову куколки. Плотно, плотно вставляем. Сейчас заматываем ниточкой. Можно просто завязать, как обычно, на узелочек. Можно сделать несколько намоточек. Дети любят еще вот так. Перекручиваем, вставляем на голову и затягиваем. А можно просто накид вот такие сделать. Все. Оборвать или отрезать ножницами. Расправляем и смотрим, чтобы у нас со всех сторон юбочка получилась одинаковая. Если мы даже и пытались ровно в крестик вставить, мы можем сделать немножко неровно, поэтому можем подтянуть. Берем следующий по размеру. Также крестиком серединку на голову и
закрепляем. Ниточкой завязываем. Можем просто завязать узелками. То же самое и третий. Также. Так, мы еще не расправили. Также можно расправить, чтобы было со всех сторон одинаково. Третий. Одеваем. Обвязываем ниточкой. Также расправляем. Вот у нас получились юбочка. Так, следующее мы берем белый лоскуток ткани, ложим. Также нужно определить серединку здесь, чтобы у нас потом руки получились одинаковой длины. И ложим на серединку головы. Закрепляем также ниточкой. Но здесь нужно нам уже сформировать лицо, чтобы без морщинок было аккуратно лицо. Завязываем. Так. Сейчас мы сформируем ручки. По краям у нас будут ручки. Немножко с краечку подвернем. С одной и с другой стороны. Ну, это под платочком все равно не видно будет. И сделаем ручки. С краечку загнем. Посмотрим, чтобы ручка приблизительно была не длинная. Загибаем. Вот так. Загнули. Еще загнули. И завязываем ниточкой. Можно кончик ниточки спрятать внутрь в этот сгиб и начинаем формировать ладошки. Так. Затянули. Можно здесь обрезать. Подровняли все, чтобы было аккуратно. И точно такой же длины нужно здесь тоже нам сделать ручку. Посмотрим, чтобы они одинаковые были длиной. Также складываем это к серединке. Еще раз, ручки у нас одинаковой длины. Берем ниточку, так, закладываем ее внутрь и
Формируем ладошку. Завязываем на узел. Подтянули. Нужно обрезать. Так. Расправляем. Смотрим, чтобы у нас было со всех сторон аккуратно. Ну что ж, теперь нужно на голову нам надеть ожерелье, ленточку. Можно какую-то ткань, можно такую полосочку. Ожерелье — это закрываем чело, лоб, чело называется. И сзади можем завязать. Так, лишнее обстригаем. Ну вот. Что ж, осталось одеть нам платочек, такую косыночку. Заправляем ее с краечку, загибаем. Можно накоточком сделать так, чтобы было плотнее. И вот так надеваем. Загибчики с двух сторон. Перекручиваем. И делаем под руки. Внизу под руками и завязываем сзади. Можно на один раз, можно на два раза. Если держится на один раз, то на один раз. Все, поправляем всю куколку. Так, развязалась у меня. Можно сделать внутри колокольчик, приделать, можно даже без колокольчика. Пускай эта куколка несет в ваш дом радость, счастье, веселье. Будьте счастливы, будьте здоровы!